Сейчас с вами немножко поболтаю, расскажу. Я, в общем, ездила в стоматологию. Это было неделю назад. Ну, да, неделю назад. Вот. И там произошло кое-что. Не все гладко, в общем, прошло. Вот об этом я и хочу вам рассказать. Сейчас домешаю сахар и попиваю кофеёк, поделюсь с вами интересным кое-чем. Ну, как интересным, это просто любопытно было бы вам знать. Ну и, в принципе, может, кому-то пригодится такая история в жизни, мало ли. Итак, начнем рассказ. Неплохой кофе получился. Ну, пошла я к стоматологу, к которому уже ходила когда-то давно, и он себя зарекомендовал, поэтому решила пойти туда вновь. Ну и пришла я туда, значит, лечить зубы. Зубы, да, потому что я даже думала, может, два мне вылечат в один день. Хотя я обычно такое не практиковала. Ну, может, в детстве мама так лечила, ходила, водила меня в стоматологию, но вот сама, когда я ходила уже, то два за раз никогда не лечила. Ну, думаю, мало ли, получится, что, может, ничего, другие же так делают. Ну, неважно. Я, значит, сажусь в кресло, там все дела, объясняю, ну, мне спрашивают, что бы я хотела там полечить, да, вот такая система. Ну, я говорю, снизу, там, сверху зуб. И, ну, типа, с какого начнем? Говорю, ну, давайте с верхнего. И, ну, в общем-то, все вроде начиналось нормально, да, там. Вот села я в кресло, сижу, жду, тут мне вводят анестезию. И я понимаю, что, вот знаете, причем с одной стороны мне в внутренней части была введена анестезия, и с другой стороны тоже была введена анестезия. И причем, когда мне вводили с другой стороны, такого никогда не было, он очень долго задержался в это время, то есть, соответственно, наверное, ввел меня, ну, прилично. Я так поняла. И потому что раньше такого не было, мне все время так колет чуть-чуть, вот как с внутренней стороны, по чуть-чуть времени прошло, потом туда тоже чуть-чуть, и все, нормально. И тут я понимаю, что у меня отекло горло. Вот, я это ощущала, ну, это в принципе ощущалось, плюс язычок, вот, который внутри у нас находится, я прям чувствовала, как боковину горла вот этот язычок ощущает. Боже мой, я такая говорю, у меня что-то отекло горло. Он такой, типа, да, это нормально, так и должно быть. Я такая, что? Ну, не может такого быть, как-то должно быть. Не должно такого быть. На что я ему говорю, ну, как бы, конечно, я так старалась на позитиве, как обычно, разговаривать, там такая, типа, а то я думаю, а то вдруг я сейчас здесь задохнусь просто у вас. Ну, как он там, шок на А. Анафетически, не буду я сейчас говорить. В общем, вы поняли, шок вот этот вот, это тоже проявление аллергии на определенные. Кстати, я потом уже поизучала глубоко эту информацию, в частности, то, что мне вкалывали, и узнала о том, что если переборщить с каким-либо анестетиком, может привести это к тому, что будет отек горла, например. Или любой другой отек, кстати. То есть это может быть из-за того, что было больше введено. Возможно, я не знаю, возможно, действительно, но побочные эффекты, в принципе, у этого средства, у этого анестетика такие официально там есть, да. Но не именно... Так, давайте все поподробнее, а то я прям в смысле на мысли скачу. Ну, если именно переборщить с анестетиком, то будет такая ситуация. Возможно, просто переборщили, но как бы неважно уже. Я больше уколоть не хочу. Я, значит, с дуру записываюсь, по-моему, на следующий день. Да, я записалась, думаю, о, залечили, ну сейчас хочу это залечить. И тут меня на другой день, ну как я записалась, и вдруг начинает мучить мысль. А записался, получается, день в день. И начинает мучить мысль, блин, если у меня проявился этот шок, то сейчас я пойду снова, и может быть еще хуже. Как бы так делать нельзя. Но я вам еще не рассказала о том, что когда я сказала, что типа вдруг я сейчас там задохнусь туда-сюда. Ну, во-первых, он никак не отреагировал, а медсестра, которая делала, такая, ну, я с юмором старалась, конечно, говорить, но это не смешно. А медсестра должна была это понимать. И она такая, ха-ха, типа посмеялась. Блин, ни хрена не смешно, серьезно. Это опасно, очень, очень опасно. Я думаю, каждый это прекрасно понимает. В общем, это мне, конечно, очень не понравилось. Во-первых, такое, что типа, да нет, это нормально, так и должно быть. Но он типа говорит, да это у вас не отекло. Он не смотрел горло.
я это ощущала. Он говорит, это типа просто онемело, у меня такое ощущение. Ну, я знала, что у меня отекло горло. Вот. И дальше, как бы все это закончилось, я говорю, я вернулась, все нормально, долго отходила анестезия. Ну и вот, короче, тот день, когда я записалась, день в день, я звоню, перезваниваю там через 3-4 часа, говорю, вот, я, короче, не могу, давайте отменим запись. Ну, он такой, ладно, запишитесь, типа, в любой другой день. Потом, короче, я перезваниваю, думаю, а что, если перезаписаться и заодно узнать, какой анестетик используется и, ну, какие у них вообще есть. Я, значит, получила информацию о том, что артекаин используется. Я поняла, что все, мне это нельзя. И спросила, есть ли другие анестетики, так как этот мне не подошел. Она начала меня долго расспрашивать, типа, чем не подошло, что не понравилось и так далее. Я сказала, что аллергическая реакция, она такая, типа, тогда вам не надо к нам записываться, у нас другого варианта, мол, нету, приезжайте, я вам дам съездить на какой-то центр, где можно проверить, ну, какая, на какую анестезию у меня есть аллергия. Хотя до этого я ни с одной, вот мне, знаете, я как бы не первый раз в стоматологии за свою жизнь, и ни разу ни на один препарат у меня не было подобной реакции. Я думаю, мне просто переборщили на самом деле. Я такая, окей, окей. Она еще мне просит все рассказывать. Я думаю, что я буду рассказывать, ну, как бы, человеку на ресепшене свое, так сказать, интимное дело. Потому что, ну, а как врачебная тайна и так далее? Я не должна рассказывать такие вещи на ресепшен. Но я говорю, давайте я с врачом поговорю, как бы, все, что там, что это? Я просто хотела узнать, есть ли не это. Ну, и она меня все-таки записала на, вот, на сегодня как раз. И мы уже придумали, изучили, что с чем можно пойти. Можно со своим прийти. Нашла хороший вариант ультракаин. Он причем без адреналина, и при этом хорошо работает и так далее. Но его стоимость высока, в районе 1000 рублей, там 10 ампул, наверное. Это дорого, и как бы покупать из-за одного раза, потому что мне только один раз, скорее всего, понадобится. Ну, там срок-то есть, ну, нет смысла. И подсказали, что аналогом является лидокаин. Вот так он выглядит, я уже приобрела. Стоимость его в аптеке составила 20 рублей всего лишь навсего. Здесь 10 ампул, ну, так, по 2 миллилитра. Вот. Он давно уже как бы устарел, и его не используют. Но также я почитала от тех же стоматологов, что типа это недооценено, то, что его убрали. И на самом деле у почти у всех в арсенале он обязательно должен быть. И многие к нему прибегают. Особенно если, вот представьте, у человека, я вообще не понимаю, как это может не быть альтернативы, да? Если человеку не подошло, то нужно что-то другое. Кроме того, мне, конечно, не понравилось то, что стоматолог не сказал, что если у вас аллергия проявилась, то есть даже на ресепшене больше знает и принимает участие человек, чем сам врач. Не сказал о том, что раз у вас проявилась, значит, в следующий раз вам делать нельзя. То есть он мне хотел записать и снова, ну, говорит, мы в следующий раз будем лечить там зуб, тыры-пыры, но не сказал о том, что нельзя это. Не знаю, как сегодня все пройдет, мне, конечно, стрёмненько. Я даже купила себе валерьянку, потому что я тут уже, знаете, перенервничала, передумала, как все может пройти. Вплоть до того, что, дай бог, чтобы не ввели именно лидокаин, потому что все это происходит за спиной, и я не знаю, что там происходит. Ты ложишься на кресло, и ты не видишь, что там тебе шприц погружают, делают и так далее. Так что муж предлагает вообще без анестезии, но фиг знает, а будет больно, если все равно придется вводить. Мне спокойнее, конечно, с анестезией. С одной стороны, а с другой стороны, с учетом вот этих траблов, которые произошли недавно, мне уже как-то не по себе. Почитав, я поняла, что мне 2 ампулы, по идее, без введения адреналина, то есть там можно всякое добавлять, ну, чтобы не добавлять адреналин, то у меня типа хватит 2 ампул отсюда. В общем, посмотрим, как все пройдет. Я бы хотела вас взять с собой, там поснимать, но думаю, это будет не очень удобно. Врач отвлекется, не то вылечит. Так что все расскажем, как что прошло. Я, кстати, еще супрастин перед этим выпью обязательно. В общем, с Богом. Все, в общем, с стоматологии идем. Ну, я пришла с этим своим лидокаином. Врач стоял, думал, размышлял, такой говорит, в общем, надо ехать в аллергоцентр. Потому что, ну, там не стал ничем другим меня колоть. Он говорит, ну мало ли, а вдруг на другое тоже может проявиться, как бы все опасно. Он говорит, у нас есть разные там анестезии туда-сюда. Оказывается, все-таки есть разные. Какой только нет. Ну, мне список составил, какие есть. И типа пройти на них, ну, тест проверить, на какие
Есть аллергии, какие нет? У меня после... Ну, я не рассказывала, по-моему, про мою, ну, реакцию на анестезию. Это не то, вот на этот ортокаин. Это не только то, что у меня горло отекло сильно. Ну, прям капец. Но еще и то, что потом, впоследствии, ночью я просто не могла пройти до туалета, поскольку меня прям Рома, ну, вел до туалета, потому что у меня настолько сильно кружилась голова от АС. И про это я им рассказала, а потом у меня после покраснело горло. С одной стороны, где делали анестезию, и потом с другой, переключился на другую сторону. И вот такие вот дела. Он говорит, ну, да-да, все это. Ну, но единственное, он сказал, что то, что, говорит, отекло горло опять, это нормально. Это, говорит, я анестезию сделал. Все у них, все там с отекшими горлами. Но это не нормально, как вы понимаете. Это вот как раз вот этот шок, и отекает горло. Это страшно. А, еще он сказал то, что после анестезии всегда кружится голова, это тоже нормально. Ни разу за все время, вот сколько я лечила в стоматологиях, мне ни разу не кружилась голова после анестезии. Почему это нормально? Он говорит, у всех кружится. Ну, здрасте, я первый раз, что ли, делаю? Ну, скажи, бред. Бред, у меня тоже не кружилось. Это, наверное, он просто слону в дозу загоняет, там все такие... А, кстати, про дозы. Он сказал о том, что у них уже, забыл название, ну, короче, шприцы заряженные нужной дозировкой во всех пропорциях. Ну, значит, можно слить. Ну, вот. Но он сказал, что, типа, заряжено нужно, и меньше он делать не будет. Ну, тоже странная тема. Почему не сделать меньше? Ну, такие дела, так что теперь... прямиком в аллергоцентр, нам сюда. Странненький маршрутик. Ну, сделаю, знаете, с учетом того, что все-таки я с этим столкнулась, надо сделать, хотя просто для себя, чтобы знать, и при обращении в любую вашу стоматологию иметь представление, что тебе подходит, а что нет. Я, конечно, очень удивлюсь, если у меня на ортокаин, который мне кололи, не будет аллергии, ну, серьезно. Потому что прошли все эти симптомы, процессы, но, возможно... То есть убойной дозы, оказывается, не могло быть, типа, потому что там все заряжено как надо. Ну, тоже, знаете, в общем, такие дела. У каждого организма по-разному воспринимают. Да. Ну и аллергия, он тоже об этом говорил, может проявиться как бы у каждого неожиданно. То есть у вас не было аллергии, тут опа, она взяла и проявилась. Такое тоже может быть. Такая осень красивая, смотрите. Здорово. Ну, я рада, что, на самом деле, рада, что сегодня, ну, с одной стороны, рада, а с другой стороны, хотелось уже, конечно, как бы с этим делом завершить уже все. Ну, рада, потому что, а вдруг опять что-нибудь пошло бы не так. Зря только, в общем, короче, сапросин выпила, фу. Да. Как бы вреда, конечно, сильного не будет. Что там, его даже пьют дети, когда, ну, вот, у кого маленькие дети есть или раньше были маленькими, сейчас большие. То знаете, да, что когда прописывают кучу там лекарств, если ребенка грипп там или просто обычный ОРВИ, обязательно вот этот супрастин тоже пить. Неважно, про яйца аллергии, не про яйца. Говорят, таблеточка или по полтаблеточки, я ж не помню, в день там или сколько. Короче, пить надо. Вот. И дети просто так пьют. Так что от одной таблеточки-то ничего страшного, все равно. Зря только пила. Зря же, да, Ром? Вот так. Тебе холодно? Да. Вон Ром замерз. Мне хорошо, я в зимней куртке. Ром такой, плюс 3 градуса, кстати. Ром такой, я думал надеть зимнюю куртку, но надел все равно не зимнюю. Это Рома, Рома. Не в этом, я без перловского этого. Перловского этого, блин, как он называется, это жопа лохматая. Ну, короче, без своей антрацитовой зеленой полоски, она довольно хорошо блокирует. Угу. Потому что они, у них у всех одежда такая грамотно защищающая. А где она у тебя? Я не стал делать, потому что она из-под куртки так. Такой вьюн красивый у дома. Вообще.